фейерверк. Неся достоинство свое, за ней рванул в пальтишке тонком с огромной розою в руке. Он что-то ей кричал вдогонку, сжимая ярость в кулаке со льдом под головным убором. Она ушла, и он умчал. Финал. Часть вторая, лирическая. А в это время шел с работы сантехник Коля. И Иванов, не то чтоб шел, он это как-то топал. Сегодня выпив, будь здоров. Браниться будет, думал Коля, может даже матом. Сегодня Клава Йоксельмит, а хочется ему салату, а может сразу пырить. Но что он видит на сугробе цветок роскошнейший зимой? Видение глюки, да нет вроде ничей, значит будет мой. Видит ж целая пол-литра. Он сразу как-то так смекнул, преподнесу-ка Клаве хитро. Под правым глазом подмигнул, она мне ласково откроет. Любимый скажет, подошел, потом так сервисно накроет, поставит рюмочки на стол, а я скажу, ну что ты, Клава, я уж полгода как не пью. Она ответит, милый, надо. Дай-ка рюмочку свою, ну, я выпью, а потом огурчик. Что с Клавкой-то произошло? Я не пойму ее, амурчик. А может, счастье пришло? А может, завтра на работе представят к ордену меня? И мой начальник весь в заботе повысит! Это все фигня, меня начальником назначат и даже в главк переведут. Потом чуть-чуть переиначат и персональные дадут машину, дачу, секретаршу. А вдруг авария там, в Москве, меня, кого же еще и в нашу, пошлют в столицу, всем привет. Потом на курсы космонавтов дам положительный ответ. Там посложнее, там все авто. И в космосе, понимаешь, есть туалет. А как-нибудь зайдут ребята, а Клавка водочки на стол, там маринад, там опята. Я им хоть стольник дам, не в долг, а просто так хочу. Пусть знают, стал человеком и не жмот. Меня сам Путин уважает. Есть персональный самолет, на нем так крупно, по латыни написано «Airlines Колян». А кто-то шепчет, банька стынет, а после банечки стакан, ну, мартини там или коктейлю, или еще какой фигни. И все по-английски воркуют, а я им, что вы, я не-не. Но вот подъезд родной ступеньки, ядрёна курит, где же свет? И на плевке, что возле стенки, Колян упал, и розы нет. Сломалась вся, опала, не подарить ее теперь. Стучи. Кто там, а? Я там, падла. А ну открой-ка быстро дверь.